А просто зараз будемо планувати культурні вихідні. Мої гості допоможуть організувати дозвілля шанувальникам сучасної музики та ще й такої, що зроблена у Дніпропетровську. Знайомтеся, група «Тайна третьої планети». Артем Гречка, Юрій Яхно і Андрій Богданов. Ми працюємо у прямому ефірі. Я нагадаю, що в інтернеті триває онлайн-трансляція. А отже, ви можете не тільки побачити, а й почути і телефонувати нам і щось запитати. 370-31-01 – це прямий телефон студії. Добрий вечір нашим гостям. Здравствуйте. Так, я вижу, ви без інструментів. У нас тут такі традиції бувають. Іноді приходять гості з музикальними інструментами. Тоді розказуйте, хто із вас хто. Які ролі в вашій групі ви виконуєте? Андрій – барабанщик. Роль барабанщика виконує. Артем у нас поє і грає на гітарі, я пою і граю на піаніно. Ну, я вот, например, знаю, что вас четверо. И не потому, что видела и слышала ваше выступление, не поверите откуда, просто из новостей 9 канала. И видела вас немножко в другой роли, вы были моделями. Серьезно? Серьезно? Нет? Возможно, да. В качестве модели. Да, ну, рассказывайте, такое вот вы перевоплощались там в каких-то известных музыкантов. Да. Вы так удивились, вы забыли? Мы просто забыли. Можно ли об этом говорить вслух? Ну, мы забыли. Можете об этом. Спеть об этом вслух. На самом деле, да, действительно, в новостях 9 канала мы тоже вспомнили, рассказывали о таком мероприятии, которое организовала днепропетровский фотограф Татьяна Шлопак вместе с ретро-ателье «Барахолка». Барахолка. Вот, они устраивали такой фотосессия-перформанс, посвященный 50-летию альбома «Beatles Please Please Me». Нас переодевали в одежду 60-х годов и фотографировали. Это ну вот, все... чтобы вы вспомнили, зрители нам поверили, у нас есть видеофрагмент, мы его даже класс, покажем. Класс, освежим. Мы с удовольствием его посмотрим. Время от времени меня гримируют, но не так часто, чтобы я привык, и мне не было щекотно. І трохи згодом на знімальному майданчику відтворюються 60-ті. Ми зараз испытываем чувство, як актери на зйомочній площадці. Хто-небудь сценарій, підкажіть сюжет. Вот. Ну, ми виконуємо задачу, яку нам поставили, але практично не підозріваємо нічого о кінцевому результаті. Я думаю, що я просто неотразим, вот чесно. Я подошел к зеркалу сегодня утром, проснулся, смотрю, ну, я просто не могу нарадоваться. Таємниця третьої планети має до Бітлз особливі почуття, бо Пол Маккартні, говорять хлопці, долучився до створення їхнього гурту. Свел таким вот Юру і Тьому на своєму концерті, да, в Києві. Вони познайомились, да, в Києві на концерті Пола Маккартні. Вот закрутилось. Але ці двоє асоціюють себе з іншими з чудової четвірки. Звісно, Джон Леннон. Джон Леннон, который выжил после выстрела. Только Ринго Стар, все. Нет, я передумал, я тоже Ринго Стар. У нас два Ринго Стара теперь. Вы там шутили в сюжете, да? У нас было хорошее настроение, прямо с утра. То есть обычно этого не бывает? Нет, бывает, почему? Бывает. Просто в тот день оно было особо хорошее. Ну вот смотрите, слышала, что вас просто вот так днепропетровскими британцами даже называют, да, и немножко удивлена, потому что все-таки стиль близок людям более старшего поколения, и музыкальный стиль, и стиль в одежде. Вот как у вас с этим? Вы действительно любите стиль Beatles? Конечно, Beatles одна из самых наших любимых групп, и их стиль один из самых наших любимых стилей. Почему? Нам очень нравятся их прически, и мы стараемся соответствовать стандарту причесок. Да, но парикмахеры не всегда понимают, что мы от них хотим, поэтому некоторые из нас перестают к ним ходить. А музыка, как насчет музыки? То вы как-то совсем от нее уходите. Ну, вы знаете, музыка, которую ты пишешь, конечно, зависит от музыки, которую ты слушаешь. То есть это происходит несознательно, что давайте напишем композицию в таком духе. Просто мы пишем то, что мне нам нравится, а нравится нам Beatles, как минимум. То есть вы, в общем-то, в стиле Beatles, да? Потому что я знаю, что наши редакторы предлагали вам прийти с гитарой, вы, я знаю, отказались. Да нет, на самом деле, мы не в стиле Beatles. Нет, не в стиле. Почему фотосессия была такая? Потому что мы выпустили сингл с песней «Please Please Me» Beatles.
50 лет, да? Да, 50 лет. Мы отметили это событие, но на самом деле тоже несознательно. Мы решили записать кавер-версию, это получилось очень спонтанно и естественно. Вот, а Таня это заметила, и фотограф, который организовывал эту фотосессию, и приурочила этот фотосет к песне «Please Please Me», выходу сингла, выходу 50-летию пластинки, группе «Beatles», нам всем приурочила, все как-то сошлось. А что кроме «Beatles» у вас есть? Кроме У нас в предпочтениях? Да, у вас в предпочтениях, в том, что вы играете, в том, что вы пишете. Мы слушаем, наверное, очень... Очень разную музыку. Очень разную музыку. Да, и разную, очень... вот между собой разную. Да. Или вообще ну, разную да. Ну, между собой и разные стили. Артем очень любит питерский рэп. Очень люблю питерский рэп. Кирпичи. Кирпичи. Так, а вы что любите? Я потяжелее слушаю. Молодежная. Молодежная. А вы скажите, что поп-музыку вы любите? Да? Вилли Токарев. Вилли Токарев, да. Нет, ну правда, у нас да, есть шансон? Какие-то ну, нет, общие конечно. Вкусы, ну, есть какие-то да. определенные. Точки соприкосновения, конечно, у нас есть. И четвертый ваш участник? А четвертый, он ее записывает, эту музыку. А он ее записывает, да, поэтому да. любит все. Он все, практически что вы, не слушает. Все, что вы преподнесете. Авторы, вы кто-то конкретно один из вас? Или вы все вместе... Мы, конечно, с Артемом пишем песни, и ну, большинство материала приносим мы, но ребята очень углубленно участвуют в написании, в дописании материала, очень нам помогают, и мы mm-hmm. называем это коллективным творчеством. Ну, суть в том, что мы с Юрой пишем тексты, а музыку мы делаем. Ну, аранжировка уже группы «Тайна третьей планеты». Mm-hmm. Ну, давайте покажем, еще один фрагмент у нас есть. С удовольствием посмотрим. Окончательно с вами познакомиться. Ложился с тобой за весенний листвой искал. Весь драматизм битвы ускорили сами собою весну. Про себя чужие молитвы. Коротать алкоголь, засыпать на зиму сны. И смотреть между нами. Мы с тобою лежим под торшером луны. Где-то за облаками. Нас ломает с тобой лондонский. Точно с тобой ломают сотни зеркал. Нас с тобой встречает вечерний причал. Мы с тобой летим. Начало, начало. Раскрывай свои чакры пошире. Пройдет, не пролезет в двери. Лживая правда наскоро, наспех на равные стороны. Делим мосты, исчезнем до завтра. История жизни твоей закупорена в банку, впаяна в полку. Коротать алкоголь под этот мотив. Сегодня нет толку. Нас ломает с тобой лондонский. Точно с тобой ломают сотни зеркал. Thank you.
Итак, мы вас послушали. Теперь давайте рассказывайте, где вас могут услышать. Да, мы сначала, зрители. Извините, мы хотим сказать Оле Владимировой спасибо за прекрасный оперативный клип. Мы не ожидали. Вы получили еще и клип, да? Прекрасный клип, двумя камерами, свет, все шикарно. Спасибо большое. Да, не расплатимся. Мы хотим, да, мы не расплатимся теперь. Будем платить. Мы хотим пригласить всех телезрителей, вас, на наш концерт, который состоится завтра в одном из арт-центров «Квартира» города Днепропетровска. Вот, в одном из арт-центров? Да, знаете, на каналах иногда просят не говорить название и загадочно. В одном из арт-центров. Мы немножечко модернизировали. В одном из арт-центров «Квартира». Во сколько? В 8 часов вечера. Мы, да, можно прийти вас в 7. В 7 часов вечера арт-центр «Квартира». Да, для того, чтобы посмотреть выставку. Чуть позже будет концерт. Ну, я думаю, что сейчас нас услышали, прибавится у вас количество зрителей, класс, поклонников. Мы будем в том числе. Рады. Спасибо вам за участие. Спасибо вам. Спасибо. Еще раз подякую нашим гостям. А завтра в арт-центрі «Квартира» можна буде подивитися концерт. Група «Тайна третьей планеты».